Всем здравствуйте. У меня сегодня день рождения, и я всех призываю сделать доброе дело, пожертвовать, сколько вы посчитаете нужным, в фонд моего родного клуба «Спартак» детям. Сейчас открыт счет на сбор нашему болельщику Кириллу Гриценко. Ему нужен протез кисти, и ему не хватает 198 тысяч рублей. Давайте поможем нашему красно-белому другу.